Hola amigos, на связи Матвей. И сегодня в этом видео я готов порадовать всех игроков Fortnite на iPad'ах и iPhone'ах. Ведь совсем недавно стала известна точная дата возвращения Fortnite на iOS-устройство. Ну, правда, с некоторыми нюансами, о которых я расскажу вам в этом ролике. Будет мега интересно, так что ни в коем случае не переключайтесь. Но перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на этом канале, если ты так же, как и я, играешь в Fortnite на мобильном устройстве, то обязательно подписывайся. Тут ты сможешь найти единственный и лучший контент по Fortnite Mobile во всем СНГ. Также обязательно поддерживай наше мобильное сообщество Fortnite в ежедневном магазине игры. Тег автора мотивкар смело води и покупай исключительно с ним. Ну а также я читаю имена трех пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео на канале. На этот раз огромное спасибо Фертмину, Никите Татарчуку и Шкиперу. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте я вам наконец-таки расскажу, когда именно ты сможешь поиграть в Fortnite на своем айфоне или айпаде. Сразу говорю, ждать осталось не так уж и много. Еще не играл в криминальную Россию со своего смартфона? Для тебя шикарная новость! Матрешка — это бесплатная онлайн-игра про Россию, в которой можно погрузиться в игровой процесс с максимальным комфортом. Неважно, где ты находишься — на учебе или работе, диване или на улице — ты можешь стать кем угодно. Начиная простым работягой и заканчивая криминальным авторитетом или даже президентом России. Приобретай крутые тачки и тюнингуй их до полного фарша. Скупай дорогую недвижимость в элитном Москва-Сити. Выгребай миллионы в казино и наводи суету на просторах своей родины. Специально для тебя доступен также голосовой чат, благодаря которому ты сможешь разговаривать со своими друзьями. Заинтересован? Тогда загружай игру, вводи промокод TOPGAME и получай бонус для первоначального развития. Матрешка, создай свои правила игры. И теперь я официально могу заявить, что Fortnite вернется на iOS уже через 4 месяца, а точнее 13 октября 2021 года. Но, к сожалению, не через App Store. Да-да, ребят, вы не ослышались. Если игра вернется на iOS, она не будет доступна через стандартное приложение для загрузок в App Store. Недавно один из руководителей компании Nvidia подтвердил, что Fortnite станет доступен на iOS уже в октябре 2021 года, но пока что только через облачную игровую платформу под названием GeForce Now. На текущий момент компании Apple и Epic Games все еще находятся в процессе судебного разбирательства, но это должно закончиться уже в ближайшие месяцы, скорее всего в конце августа. Об этом я, кстати, подробно рассказывал в своем предыдущем видео по этой теме на канале, ссылочку оставлю в правом верхнем углу, так что кому интересно, обязательно посмотрите. Там я рассказываю предварительные итоги суда, кто в нем выигрывает и проигрывает. Ну а пока что на данный момент Fortnite является самой прибыльной игрой Epic Games, и терять аудиторию в лице всех пользователей iPhone и iPad грозит потерей большей части прибыли для компании. И уже стало известно, как игра будет идти через облачный игровой сервис под названием GeForce Now. Учитывая мощные сетевые модули на устройствах Apple, их девайсы показывают одни из самых высоких в мире показателей проводимости сети. Это означает, что даже если на вашем iPhone или iPad установлен 4G, он будет быстрее, чем этот же 4G, но только на каком-нибудь другом девайсе, например, от Android. А это уже достаточно, чтобы играть в Fortnite через облачный сервис GeForce Now как минимум с пингом 50. А этот показатель является уже более чем приемлемым, ведь в среднем игрок Fortnite играет на пинге 60, поэтому Fortnite лагать не должен. Ну и также готов вас порадовать, что в Fortnite через облачный сервис GeForce Now на iPhone'ах и iPad'ах можно будет играть с привычным мобильным управлением. Управление обещают сделать таким же, как и сейчас вы видите у себя на экране, но, к сожалению, настраивать его нужно будет заново. В любом случае, к устройству можно всегда присоединить геймпад от PlayStation или Xbox и играть в Fortnite через него. Ну и в принципе, это пока что вся информация, которая на данный момент у меня есть. Точная дата возвращения в Fortnite уже через App Store на iOS устройство пока что неизвестна. На данный момент судья занимается тем, что проверяет абсолютно все записи и документы по делу Apple и Epic Games.
Games. И как только он проверит все документы и объявит виновника в этом конфликте, можно уже будет говорить о том, когда Fortnite появится в App Store. И еще один немаловажный фактор, что виновной в этом конфликте должна оказаться компания Apple. Только в таком случае можно говорить о возвращении Fortnite в App Store. Ну а вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до этого момента. Если это так, то обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях слово «Облако». Все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну и по традиции, с вами как всегда был Матвей. Hasta luego.